27 августа впервые в Рассказово пройдет акция «Ночь кино». Вниманию зрителей будут представлены фильмы отечественного кинематографа. На сайте «Год российского кино» прошло зрительское голосование, где участники определяли единый для всех субъектов список национальных фильмов, кассовые сборы которых были самыми высокими за последние 5 лет. Зрителями были выбраны следующие фильмы. Это «Легенда номер 17», «Батальон» и мультипликационный фильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Наш кинотеатр также присоединился к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой 27 августа все жители и гости нашего города смогут прийти посмотреть лучшие работы отечественного кинематографа. В 20 часов мы приглашаем всех детей на просмотр мультипликационного фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В 21:40 на экраны выйдет фильм «Легенда номер 17». И в 00:10 уже 28 августа мы приглашаем всех желающих на просмотр фильма «Батальон». Вход бесплатный. Киноконцертный зал «Смена» города Рассказово приглашает всех желающих провести ночь за просмотром интересного кино. Всю информацию о проводимой акции можно узнать на сайте культурно-досугового объединения.